За прошедшую неделю на дорогах Нефтекамска произошло 40 ДТП. 20 водителей сели за руль пьяными. Еще 63 автолюбителя не соблюдали скорость. И еще почти 300 человек не пили и не лихачили, а просто игнорировали правила дорожного движения. 12 ноября 2015 года примерно 18 часов 17 минут водитель, управляя автомашиной «Нива», не обеспечил безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода 1934 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход был госпитализирован в Центральную городскую больницу города Нефтекамска. Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют пешеходам в темное время суток одежду со светоотражающими вставками, школьникам – фликером. И напоминают, за пределами населенных пунктов отсутствие светоотражателей наказывается штрафом в 500 рублей. Лилия Гарифуллина, Денис Кузнецов. Время новостей.